Здравствуйте, хочу показать вам секрет, который сами вы намеренно никогда не найдете, если только случайно, как я. Это вот место, ну если вы играли в Hellpont, то вы его узнаете. Здесь вот куча мобов трется обычно, я их убил предварительно, чтобы не мешали. Здесь вот можно свет включить где-то. Вот здесь. Вот. И вот в этом зале и есть секретное место. А именно вот здесь. Ну вот кто додумается туда зайти, а? Зачем? Зачем мне туда заходить? А тут есть щель. И туда можно упасть. Вот. И вот в этом месте лежит, лежат два предмета. Я не буду говорить, что это за предметы, потому что предметы довольно, ну, так сказать, полезные. Скажу только, что один из этих предметов это сет брони, ладно, скажу. А второй из этих предметов это ключ. Какой, говорить не буду. Сами найдете. И броню тоже показывать не буду. Сами померяете. Вот. Ну все, пока.